Samsung i9000 Galaxy S. Замена системной платы. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разбора подробно описана в ролике Samsung i9000 Galaxy S разбор. Металлической лопаткой отщелкиваем коаксиальный кабель, разъем функциональной клавиатуры, разъем дисплейного модуля, затем разъем камеры. Камеру извлекаем. Далее отсоединяем разъем гарнитуры и вынимаем системную плату. С помощью металлической лопатки снимаем полифонический блок и комбинированный считыватель SIM и флеш-карты. Обратите внимание, считыватель приклеен к системной плате. Отцепляем коннектор считывателя. На системной плате находятся системный разъем, кнопки громкости, пользовательская память, процессорный блок, контакты АКБ, разъем комбинированного считывателя SIM и флеш. На обратной стороне системной платы находятся радиоблок, кнопка включения, разъем гарнитуры со слуховым динамиком, разъем камеры, разъем дисплейного модуля, разъем функциональной клавиатуры и часовая батарейка. На новую системную плату устанавливаем комбинированный считыватель. Затем устанавливаем полифонический блок. После всего новую системную плату вставляем в системный модуль. Защелкиваем коаксиальный кабель, разъем функциональной клавиатуры, разъем дисплейного модуля, разъем гарнитуры со слуховым динамиком. Устанавливаем камеру и кнопку включения. Все, системная плата заменена.